Еще один улетел в космос. Всем привет! Рада снова видеть вас на моем канале Тилька Плей и Наташа. Мы с вами продолжаем играть в игру, похожую на Little Nightmares, но только по виду, а не по насыщению. Тут не так много боссов, а были буквально в прошлой серии пауки и всякие такие штуки. Нам дали нового бумажного человечка, вот, и как бы, как и предыдущий бумажный человечек, нас, походу, смыли в канализацию. У нас уже глазки горят голубеньким. Мне стало интересно, кем он станет в конце своего пути, потому что предыдущий стал космонавтом просто. Он улетел в космос из унитаза, напоминаю вам, если вы не смотрели предыдущие серии. Вот, ну а теперь вот наш новый персонаж выглядит вот так. Его способность превращаться в птичку, которую хватают за яичко. Что за... Ходит, куда я попал? Может быть, я это... Чего-то не понимаю? Здрасте. Это обсерватория? А, подожди, так а что, мы всех, что ли, в космос отправим? Что, реально все в космос? Ну, пошли поднимемся на самый верх. Интересно же посмотреть, что будет в самом конце. Давай чуть-чуть это, газку поддадим. Так, вот Земля, я ее узнала. На других планетах я не жила, я не знаю, что это за планета. Ну, вот красная, это, наверное, Марс. Голубая Венера, наверное. Вот это Юпитер или Сатурн. Какой-нибудь Плутон, Нептун, там вот это вот все, да? Вот это, наверное, Юпитер. Вот это Юпитер же с колечками или Сатурн с колечками. Ну, кто-то из них с колечками. Так, здесь нужна какая-то ракета. У меня нет ракеты. Прыгай в мою ракету. Прыгай. Нет, не прыгаем. Блин, а что ж тогда, как тогда? Подождите, я превращусь в птичку. Я буду вашей птичкой. Хочу вас за яичко. А, так я перелетел. Слушай, я такая профессионалка, что мне надо? Зачем мне нужна ракета? У меня есть птичка. Великая птичка хватает за яичко. Ну-ка, давай-ка поправим чуть-чуть камеру. Тут чуть завалено горизонт. Тут как-то темно и страшно. Я думала, здесь будет весело, а тут какие-то... А, это типа реально здесь кино показывали? Она как будто под водой, нет? А что делать? Да, что? Стоечку информации можно, пожалуйста? Так, а я не долечу. Подожди, все-таки мне, наверное, надо сходить за ракетой. Потому что мне, очевидно, чего-то мне не хватает. Нормально. Чуть мозг не выкашляла. Зато чихнула хорошо. Главное, когда человек чихает, не говорить ему, будь здоров, или сейчас чихнешь. Иначе все прерывается. Так, пошлите вот сюда сходим. Здесь мы тоже с вами не были. Нам, очевидно, нужно найти недостающий какой-то пазл. И, судя по всему, это какая-то мини-ракета. Может быть, надо найти книгу, которая научит меня быть ракетой. Слушай, мы, походу, в музее. Даже не в обсерватории, а в каком-то планетарном музее с планетарными масштабами. Здесь видишь всякие почвы грунта. Вот это вот Марс, бляха, это что за марсоход? Что за марсоход? А-а-а, он меня съел. Сюда, видимо, нам тоже нельзя. Меня сожрал марсоход. Пылеход его называют в простонародье. Опять засосал меня пылеход. Ням-ням-ням-ням-ням. Слушайте, я даже... И главное, непонятно, кто нас сделал. Зачем нас сделал? Что это за штуки, которые нас пробуждают? А будет ли следующий чувачок? Или нет? Смотрите, ну еще один был проход вот в этой вот стороне. С ракетой нарисованной. Может быть, я сейчас найду там ракету? Надо попробовать. Потому что туда-туда я сходила, там ничего нету. Значит, остается, нужно сходить вот туда. Надеюсь, что мы все-таки найдем нужный нам рецепт. И научимся превращаться в ракету. Пердящую на горохе. Такую ракету. Ну, какая есть. Так, и раз. Не получается.
Хоть бы какую-нибудь подсказку давали, что делать, куда идти, зачем идти, кого первый. А то 3 двери мне поставили, выбирай сама. А я ж, что, я вижу 3 двери, я не знаю, в какую присунуться. Но туда я не допрыгнула и вряд ли допрыгну. Может быть, если с разбега потом птичкой стать. Давай попробуем еще раз. Вообще, меня удивляет, почему нету штук. Я, конечно, понимаю, тут антигравитационные вот эти вот ловушки, да, чтобы народ тут не лазил, вот это вот, чтобы они падали. Но как-то же этот мост должен врубаться? Или он типа пожизненно в таком состоянии кибернетическом? Чисто на молекулах, на наночастицах такой, нано. Да не, вроде бы тут такое же расстояние, как там, только я, наверное, здесь прыгала с разгона, нажимала птичку и долетала, а тут я прыгнула не с разгона, поэтому я не долетела. Ну-ка. Нет, тут, по-моему, реально подлиннее. Ну-ка, и раз. Блин, почти получилось. Давай-ка еще раз попробуем. Почти что вышло. Я думаю, что разгадка кроется именно в этом. Терпение и труд, все перетрут. А, это урок астрономии от Тильки, кстати. А, добро пожаловать в планетарий тельняшки. Это ракеты, на которые можно вылететь из нашей атмосферы, из нашей планеты Земля. Вот она, вот этот вот голубой шар. Сверху на нем Антарктида, вон там Африка, Россия. Там вот есть вот эта вот наша прекрасная страна. Большая такая, здоровая. А остальных стран Тилька не знает, потому что что, глупая Тилька. Так, и раз... Нет, у меня новая интересная идея. Мы же до той стороны сами допрыгивали. Давайте сейчас допрыгнем и попробуем птичкой допрыгнуть до той штуки. Как люблю я изобретать велосипед. Наверняка же не так все нужно здесь делать. 100%. И... Ты дурак. Что, свалился? Никак не переключаются? И раз... Вот, видишь, сюда допрыгнули. Сейчас попробуем допрыгнуть на птицы туда. Я не помню, делала я так или нет. Возможно, я так делала. Но я не знаю, какие еще варианты. А-а-а, я, кажется, поняла. Это же гениально, ну. И все. И все. А я там изобретаю, не пойми, что. Так-то, ну, пройди. Что ты? Да ладно. Ну, пустите меня на марсоход. О, что? О, что это было? Что это за такие странные камни? В смысле? Извините. Надо обходить, что ли, с другой стороны? Не надо. Что это за датчики движения? Антиваришка? Джедай... Эй, он даже до меня не докоснулся! Это что за скам? Он на меня даже не докоснулся, ля! Отстань! Все. Изи-пизи. Что еще меня тут ждет? За приключения? Ничего больше? Нет? Нет? Я стану ракетой! Я стану ракетой! Смотри! Я буду бумажная ракета. Так, а как моя бумажная ракета летает? А-а-а, это типа супер рывок. Я понял. Ой! Этому надо научиться. Этому определенно надо научиться. Супер, блин, рывок. Вот так, ага. Куда ты? Уи! Я ракета! Я ракета! Уи! 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 Блин, ну слушай, это достаточно сложно управлять одновременно птичкой. А! А! Оказывается, не надо было прыгать, да? Ну что ж, все.
Теперь мы с вами умеем быть и тем, и тем. Так что поехали с вами и выше, и ниже, и в бок, и не в бок. Ну, прикольно. Осталось найти четвертую бумажку, ну, стадию нашей бумажки. Но ракета, это, конечно, интересно. Я не думала, что мы можем стать когда-то ракетой. Значит, мы тоже будем космонавтом. Нужно теперь понять, каким. Медик, командир, бортмеханик, бортпроводник. Бортпроводница, может быть, в конце концов. Ну что, давайте попробуем тогда вот сюда. Смотри, на птичке. Раз, два, оп, хоп. Отлично. На изи. Хотя мы и без этого туда запрыгивали, но я просто на всякий случай. Слишком много кнопок, кстати, надо нажимать. Немножечко это... неудобно. Ну что, господа? Хопа, пососи. Хопа, пососи. Хопа, па. Вот это я понимаешь. Ай. Тихо. Ух, долетела. Ля, я долетела. И что это дало? А, я половину своей ракеты зарядила, да? А я когда вернусь назад? Что это за хреново порог появился? А, вот так просто надо было сделать. Это все еще сраное обучение. А! Че, с ума сошел? Ужас какой! Я поняла! Хорошо, спасибо. Не нравится мне, понаучили меня, блин, быть сраной ракетой. Может быть, я не хочу быть ракетой. Ну что ж, осталось еще одну часть ракеты зарядить. Я, видимо, полечу к своему другу в космос. У нас там, видимо, намечается вечеринка. Дискотека. Блин, я начинаю потихоньку путать кнопки, потому что их как бы много. И мне кажется, это меня когда-нибудь подведет в какой-нибудь самый ответственный момент. Главное, чтобы от какого-нибудь босса мы не начали с вами убегать. И знаешь, не получилось так, то, что придется нажимать все эти кнопки, чтобы убежать от босса. Ну его нафиг. Это будет слишком too much. X, B, A. О, тут мы с вами, кстати, в первый раз. Это какая-то типа серверная. Сейчас найдем какого-нибудь полумертвого задрота. Нет? Добрый вечер. Oh, no. Oh, no, no. Так. Как-то работает. Рука не так. Все остальное вроде бы так. Может быть, хватит уже играть в эту игру? Спасибо. Я же зарядила свою ракету. Теперь имею право в ней полететь. Полная. А может быть, за нами сейчас будут зеленые человечки бегать? Во, прикол будет, прикинь. Такие, не. А мы такие, не надо. Мы такое не хотим. И раз, два, полетели. Оп. Ну что ж, давайте погрузимся в ракету, она готова. Заходите, я приглашаю вас в наш первый тур «Инопланетное путешествие». Перевозку организовала Тилька Плей. Сегодня мы покидаем планету Земля и летим, куда глаза глядят. Поэтому вперед. Пристегните ремни. Полет будет комфортный. Возможно, испытывание перегрузок. Возможно, кто-то из вас сболеванет, потому что это перегрузки, в конце концов. Может быть, кто-то даже потеряет сознание. А сейчас будет третий человечек, что ли? Ту-т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 у
У-у-у.
ту-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 ту. Еще один улетел в космос. Что-то они все у меня куда-то летят в космос. Что-то это как-то неправильно, мне кажется. О, это же наша Земля. Я же говорила вам, что вы увидите планету Земли со стороны. Это метеоры. А это вы. Солнышко какое-то милеписечное, но оно потому что далеко. Вот. Добро пожаловать в космос. Дышите. Можете отстегнуть ремни безопасности, чтобы сделать классные фотки, заснять истории, чтобы потом поделиться, что вы просрали до хрена бабла на это. Не надо вылазить. Там же нет атмосферы. Уберите руки от стекла, пожалуйста. Что-то мне кажется, он немножечко грустит. Мне кажется, какой-то пришелец, который вселился в бумажку. Так, это точное напрещеление, вселившееся в бумажку. Они нашли друг друга. Это как бы мутите или вы родственники? Вы кто? Они теперь вместе. А теперь точно конец? Или это тоже скам? Да, все, это был конец игры, ребят. Мы прошли с вами игру за 3 серии. А как посмотреть все наши картинки, которые я нашла? Бумажки, которые мы с вами искали. А, ну и все сначала начинается. Ну, что я могу сказать? В принципе, игра мне понравилась. Она была достаточно неплохой, но мне реально не хватило какого-то этого самого движа, чтобы были всякие прикольные вещички и всякое такое там мобы, вот это вот все. А, так, в принципе, игра хорошая. Надеюсь, что она вам тоже понравилась. А это вот какие-то у нас тут дополнения, наверное, тех бумажек, которые мы могли с вами открыть. Я думаю... А, это нам рассказывает, что был дедушка, у которого была внучка или внук, который любил космос, и он сделал для него бумажных человечков, да? Хрен поймешь, что тут происходит в этой истории. Но одно мы знаем точно, бумажные человечки нашли друг друга, и все у них в жизни прекрасно. А, тут еще и видишь, отдельные главы есть, можно выбирать. А это кто? А это кто? A Tale of Paper Unfolded Melody. А, то есть это еще и DLC есть? А ну-ка, походу, еще один есть бумажный человечек. О! Это прям гигантский бумажный дядька. Запутанная история. Прошу сказать. Видимо, этот человек потерял просто какую-то свою возлюбленную. Возможно, в эти бумажки вселяется душа какого-то человека, который погиб. И потом она каким-то образом находит покой. Ну да, это еще один человечек. Ну, давайте тогда с вами поиграем в следующий раз, если вам понравилась основная история. А пока что подписывайтесь на каналчик, поддерживайте видео лайком. Увидимся с вами уже очень скоро. Так что до новых встреч. Пока.